Сегодня последний день октября, 31 число. Я поехала по местам моего детства. Это Комсомольское озеро. Как-то по-другому даже и не хочется называть его. А я приехала за очень интересной штучкой. Вот сейчас я начну идти вот по вот здесь, вот по этой вот набережной. По набережной кое-что я должна там найти. Интересно, пойдемте со мной. Мне тоже очень интересно. Ну вот, если двигаться от пляжа вот по набережной, то можно еще кое-что увидеть. Здесь стоят в ограде вот такие шарики. А я буду искать кое-что чудесное. Ну и заодно удочки тут плавают у нас. Вот я двигалась вот такими шариками. И вот пришла, я нашла вот что. Все установили бронзовую такую скульптурку, которая называется «Маленький принц». Да, вот так вот интересно. Кто-то вот так сообразил и сделал. На таком шарике. Да, так вот интересно.